Флаттер, как ты мог? Уже почти 2 недели прошло со времен охотники за демонами. Ладно, всем привет, ребят, с вами Флаттер Грин. И охотники за демонами, да, действительно, вышло 30 марта, уже 10 апреля, я надеюсь, не... это ничего страшного, но тем не менее мы продолжаем смотреть охотники за демонами. Что ж, я могу... Все, что я могу сказать, сериал мы будем продолжать смотреть, потому что он мне очень нравится. Мне нравятся другие работы Дензей Чана. Если хотите еще одну качественную работу от Дензей, у меня на канале есть пони-страшилка, которую я озвучил, то есть сделал сам, и Дензей анимировала. То есть очень круто получилось, посмотрите, а также подписывайтесь на мой второй канал, задонатьте и прочее. Короче, все в описании. Что ж, давайте-ка начнем. В прошлых сериях. Она до сих пор жива. Самый смелый мальчик Даня сказал, что пойдет один в темную комнату, где пахло гарью. Еще там был человек с белой кожей, с длинными черными дырами вместо глаз. Скорее всего, тридцатое декабря 2000 год. фух, вот, все, что нашла. Спасибо. А зачем вам? Да так, хочу узнать историю этого города. О, ну, удачи. Спасибо. 19:30. Вы можете подойти? Да, что-то не так? Это странно прозвучит, но вы не могли бы рассказать о местной школе? О, вы из ФБР? Но я ничего не знаю, простите. Я недавно приехала в этот город. Ладно. Еще раз спасибо. Охотники за демонами. Чуть голос не подорвал. Блин, не буду так больше делать. Не входить. Снова здравствуйте. Хе-хе. Здравствуйте. Ну, как успехи? Никак. О, ясно. Но зато мне есть новости для вас. Это про школу? Да. Пойдемте ко мне, я вам все расскажу и заодно чай попьем. О, хорошо. Какая душка. Будьте как дома. Вы живете одни? Да, после одного случая. Но не будем о грустном. Присаживайтесь за стол. Хорошо. Итак, как я понимаю, вы охотница. Как вы... Я уже встречала пятерых, как ты. Ясно. И все они расследовали пропажу детей. И спрашивали у меня историю этой школы. Но я ничего не знала. Затем по какой-то причине они пропадают. Ну... Я думаю, они просто испугались и сбежали. Надеюсь. Короче, вчера моя подруга рассказала мне историю из школы. И вот, в 1962 году ученики этой школы жестоко издевались над девочкой, Юлией. Они зажгли ее любимую собаку, и она дала себе слово, что сделает то же самое с этими мальчиками. Ночью 21 ноября произошел страшный пожар. 4 дома. И на следующее утро нашли повешенный труп этой девочки. И я думала, Жестоко. что
Это ее призрак убивает детей. Ого! Спасибо большое, только найти бы ее труп. Ее кремировали. Но есть один способ ее убить. Нужен нож с кровью собаки и предъестников. Я просто... Что? Нож с кровью собаки и предъестников. Я просто подруги попросила помощи, она разбирается. Оу, спасибо. Пожалуйста. Окей. Окей. Спасибо за реакцию Флаттергрина. Не за что. А, по сути... Так, что-то будет еще под конец? Не, просто продолжение следует. Ну да ладно, ждем продолженица. Потому что они... Очень долго выходят. Но тут по крайней мере понятно из-за чего. То есть... Именно вот эта вот часть была очень короткой, потому что она в то время, скорее всего, занималась как раз-таки анимацией на мой канал, и пришлось сократить немного. То есть, ну, она все равно молодец. Так что, да. Будем прощаться, ребят. С вами был Флаттергрин, всем удачи, всем пока!